На чемпионате России по тхэквондо ИТФ в Сочи представлено несколько видов программы. Это поединки в личном и командном зачете, а также формальный комплекс. Медали здесь будут разыгрываться индивидуальные и групповые. Формальный комплекс еще называют «туль». Задача спортсменов – показать комплекс атакующих и защитных действий в определенной последовательности. Сегодня с утра на базе Центра единоборств «Югспорт» соревновались команды. Их задача не только выполнить упражнения правильно, но и сделать это синхронно. Всего на чемпионаты первенства России в Сочи приехали около 1500 спортсменов из разных регионов страны. Это главное мероприятие спортивного сезона на территории России по тхэквондо ИТФ. Главное его назначение, основное, помимо выявления сильнейших спортсменов, отбор этих сильнейших спортсменов в сборную команду страны на чемпионат Европы, который пройдет с 20 апреля в Чехии, в городе Прага. Помимо комплекса упражнений, в программе чемпионата запланированы и спарринги. Это самая зрелищная часть турнира. Завершатся чемпионаты первенства 1 марта.